Будьте взаимовежливы на дорогах, призывают сотрудники ГИБДД и неравнодушные общественники. Совместно они провели очередной рейд, проверяли водителей маршрутных такси, точнее водителя конкретного маршрута. Что из этого получилось, расскажет Анастасия Кондрашова. Для непосвященных это обычная встреча полицейских и рядовых граждан на улице города. При детальном рассмотрении видно, они коллеги. Вы как дружинники можете потребовать прекращения нарушения правил дорожного движения со стороны водителя? Можете? Да, конечно. План действий четко проработан. Дружинники под видом обычных пассажиров проезжают в маршрутном такси от конечной до конечной. И записывают нарушение водителя на скрытую видеокамеру. А сотрудники ГИБДД параллельно движутся за той же маршруткой, но только в гражданском автомобиле, чтобы тоже оставаться незамеченными. И тоже все фиксируют. В этот раз следуют и следят за 021 маршрутом. Выбор именно этого номера не случайен. Поступают на них жалобы на грубое хамское поведение. Водители некультурно общаются с пассажирами, отвлекаются во время движения, разговаривают по сотовому телефону. Еще не успев отъехать, водитель уже повел себя некорректно по отношению к другим участникам движения. Ждал пассажиров на остановке дольше положенного. Были и более серьезные провинности. Один раз проехал на желтый цвет. Остановился как раз на пешеходном переходе. Поставил рекорд по количеству незапланированных остановок. Впрочем, как отметили подсадные пассажиры, вел себя культурно. Сотовый в салоне не звучал, крепкие слова тоже. Изменения видны. Водители маршруток постоянно следят задние окна, не следят ли за ними сотрудники ГИБДД, не снимают ли нарушения на видеорегистратор и стараются меньше разговаривать по сотовому телефону. Они даже иногда вводят в штат третьего сотрудника, который за водителя отвечает на звонки по телефону. У общественников к водителю только одна претензия. Пассажиров в салоне слишком много, больше, чем сидячих мест. Арифметика от ГИБДД серьезнее. Насчитали порядка 11 нарушений правил дорожного движения. На конечной остановке водителя ждал разбор полетов, точнее, поездки. Данное сиденье было демонтировано. Вот. То есть это получается, самовольно внесли изменения в конструкцию транспортного средства. За нарушение предусмотрено штраф в размере 100 рублей. Перевозчику придется заплатить штраф. И не один. Впрочем, после рейда провинившиеся и проверяющие расстаются мирно. Водителю подарили правила дорожного движения, чтобы побыстрее вставал на путь исправления. Анастасия Кондрашова, Альберт Полудницын. Информационная программа «День». Екатеринбург.